Конфликт Бюро по борьбе с коррупцией, который нынешнему премьеру достался в наследство от Валдиса Домбровскиса, нужно решить как можно скорее. Эту тему Лаймдута Страуюма сегодня обсудила на своей первой в должности премьера встрече с президентом. Президент Андрис Берзинч в конфликте в Бюро по борьбе с коррупцией – сторонний наблюдатель. У него нет власти над ведомством, поэтому от комментариев, что же происходит в КНАБе, он воздержался. Лаймдота Страуюма, в свою очередь, имеет прямой контроль над ведомством. И после нескольких встреч с его руководством дальнейший план действий ей ясен. «Мой временной лимит в вопросе о Бюро по борьбе с коррупцией исчерпан. Я дала задание руководителю бюро Ярославу Стрельченко привести в порядок работу бюро, чтобы оно могло выполнять свои функции, чтобы этот цирк наконец прекратился. Стрельченок пообещал еще раз провести оценку работы своего зама Юты Стрити. И, исходя из ее результатов, он будет действовать дальше». Вопрос же, в котором лучше разбирается Андрис Берзинч, это шансы Валдиса Домбровскиса занять пост президента Еврокомиссии, на который кандидатуру экс-премьера намерен выдвинуть президент Европейской народной партии Жозеф Даул. «Я намерен делать все, чтобы пост главы Еврокомиссии достался Валдису Домбровскису. А почему нет? Я думаю, что у него достаточно опыта в этих делах, чтобы взять на себя такие обязанности». Впрочем, сам Домбровскис сегодня призвал не строить иллюзий, ведь на пост президента Еврокомиссии, кроме него, претендует немало сильных оппонентов со всей Европы. «Я хочу поблагодарить партию за то, что меня выдвигают под номером один на выборы в Европарламент и также за должность в Еврокомиссии. Часто говорят, что даже на пост руководителя Еврокомиссии. Должен сказать, что я не считаю свои шансы высокими, но с другой стороны, если такая возможность есть, то для Латвии это отличный шанс». Сегодняшняя встреча с президентом для Лаймдоты Страуюмы стала первой на посту премьер-министра. В эту пятницу ее ждет и первый региональный визит в Валмеру. Сергей Герасимов, Артемий Лесков, Латвийское телевидение.